Время каникул, а этим мальчишкам и девчонкам не до отдыха. Ребята с утра пришли в свой лицей. Повод радостный. Во дворе их учебного заведения открывается новая современная спортивная площадка. О ней с самого момента открытия лицея 10 лет мечтали учащиеся и преподаватели. Все сбылось благодаря республиканской президентской программе. Мы должны гордиться, что живем в республике, где большое внимание уделяется спорту. Вот такие площадки прекрасные у нас появляются при общеобразовательных школах нашего города, микрорайонах нашего города. Условия все создаются. Самое главное, ребята, что все вы занимались спортом, чтобы вы были сильные, здоровые и большое внимание уделяли учебе и спортивным достижениям. Это очень, конечно, хорошо, то, что условия есть заниматься. Благодаря этим условиям у вас и результат улучшается, у вас лицей очень спортивный, есть достижения. Желаем вам еще, чтобы у вас традиции продолжались, всегда вы занимали призовые места и все, чтобы были здоровы. Право первыми опробовать спортивную площадку предоставили баскетбольной команде лицея. Девчонки на протяжении нескольких лет показывают отличные результаты в различных соревнованиях как муниципального, так и регионального уровней. Как признаются спортсменки Сабина Сафина и Вероника Евгореева, новая площадка – хороший стимул еще для больших побед. Вообще площадка очень нравится, удобно, мяч, удобно бегать. Бегать удобно, да. Очень легко и не так, как в спортзале, намного удобнее. Да, не скользят он. Тренировались обычно в зале, в спортзале, сбивали. Вот. Сейчас будем, наверное, на площадке этой тренироваться. В том году, когда мы выиграли в кес-баскете, готовились к региональным соревнованиям, мы играли в спорткомплексе «Лидер». Там мы уже набрались опыта. Такая же большая площадка, как и здесь. Вот. А теперь у вас. Теперь у нас здесь, собственно, и есть, да. Не меньше спортсменов радуются новой площадке и тренер команды. Учитель физкультуры с более чем 40-летним стажем высоко оценил покрытие. Оно современное и безопасное. Вероятность получения травм здесь минимальная, подчеркнул Андрей Сахаров. Зал хороший, спортивный, а вот недостаток то, что площадка была не оборудована. Вот. Ну, мы все равно работали, в футбол здесь играли, на лыжах катались. Но в данный момент вот уже у нас качество работы повышается от того, что вот такую площадку нам построили. Теперь можно на улице играть в баскетбол и даже волейбол. Вот. Зимой будем зимний футбол играть на этой площадке, вокруг на лыжах кататься. Во-первых, мягкая, во-вторых, достаточно не скользкая для детей, чтобы не было падений. Благодаря президентской программе такие площадки возводятся по всему Татарстану. Главное их предназначение в том, чтобы дети и молодежь стали больше заниматься спортом, вели здоровый образ жизни. Это одна из 5 площадок, которые в этом году строятся в Чистополе. Специальное место для занятий спортом на открытом воздухе уже открыли на территории Ледового дворца спорта. Оставшиеся 3 начнут функционировать в скором времени в селах Красный Яр, Донауровка и Каргали.